Вопросы готовности межведомственного взаимодействия в чрезвычайных ситуациях глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил сегодня с заместителем министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владленом Аксеновым. На встрече обсудили вопросы укрепления материально-технической базы и улучшения социально-бытовых условий спасателей. Основной целью визита является посмотреть непосредственно пожарно-спасательный гарнизон, значит, оценить ту работу, которая была проведена, действительно позитивный тренд есть, значит, ну и наметить те шаги, которые необходимо реализовать в ближайшее время, в том числе там, в рамках подготовки, значит, системы РСЧС. Глава региона отметил, что благодаря слаженной работе спасателей и органов государственной власти всех уровней на территории республики не допущены крупномасштабные чрезвычайные ситуации. Взаимодействие органов власти, органов местного самоуправления, государственных органов, ваших сотрудников МЧС, которые проводят соответствующую профилактическую работу, тоже дает результат. Это важно. Если взять 2010 год, может быть, не для сравнения, а если 2011, за 7 лет, за 6 лет ежегодно количество пожаров тоже снижается. Одна треть практически сокращения произошло. И самое главное, на этих чрезвычайных ситуациях, по сути дела, гибель людей у нас снижается. То есть важен каждый человек.